Дорожная безопасность в городе Джалалабаде, впрочем, как и в других городах, остается приоритетной задачей как для пешеходов, так и для водителей. Причин много. Участившиеся ДТП, узкие дороги, инфраструктура, ну и перенасыщенность города автотранспортными средствами. Именно поэтому местное население, наряду с патрульной милицией, часто устраивают профилактические работы по дорожной безопасности. В школьную программу уже давно внесли уроки ПДД. Водители, несмотря на светофор, едет с большой скоростью. Переходить дорогу очень тяжело, никто не останавливается. Родителям приходится сопровождать их, а после учебы учителя провожают и помогают перейти дорогу. Дабы обезопасить растущее поколение, сотрудники правоохранительных органов буквально с 7 утра начинают предотвращать такие случаи. Путем патрулирования школьных улиц, пешеходных переходов, лишь так можно будет сократить число пострадавших от дорожного беспредела. Рядом со школами патрулируют наши инспекторы. К сожалению, много школ, а сотрудников у нас очень мало. Поэтому мы проводим профилактику на больших трассах. Когда товарищи в погонах контролируют дорожную ситуацию, нарушителей заметно становится меньше. Родители такой инициативе только рады. По их словам, очень много в городе нарушителей, которым дорожные знаки, светофор ни о чем не говорят. Было бы хорошо, если бы эта работа не прекращалась, потому что родители переживают за детей. К слову, если в прошлом году в первые два месяца в городе было зарегистрировано 11 случаев ДТП, то и этот год ничуть не отличился. Участились случаи, когда дети становятся жертвами происшествий. Кстати, в городе насчитывается порядка 20 среднеобразовательных учреждений, где обучаются свыше 21 тысячи школьников. Но в городском управлении обеспечения дорожной безопасности работают сегодня лишь 5 сотрудников. Элиза Балбакова, Эрнст Нумералиев, Нью-ТВ, Джалалабадская область.